Ну что, специальное предложение дня на сегодня – это платье, Элизабет. Это мой выбор сегодня. Платье с цветочным принтом, буквально выполненное действительно в стилистике итальянских кинодив. Если вы любите фильмы с Софи Лорен, наверняка помните платье такого формата. Яркие, солнечные, украшены настоящим цветочным принтом. Ну и куда мы в итальянском стиле без кружева? Сегодня это платье у нас с вами представлено в трех цветах. Да, платье, Элизабет, в трех цветах, в размерах от 48 до 64 и по специальной цене 1799 рублей. Ну, давайте знакомиться с расцветками. Давайте, три цвета на выбор. Я выбрала для себя сегодня розовый. У нас есть для вас красный. Ох. Мы здесь с вами ориентируемся по оттенку цветов, да, по основному да. принту. Угу. И еще у нас Ох. Есть с вами голубые. Цветы. Выбирайте свой цвет и поторопитесь, потому что специальное предложение дня в утреннем шоу, а это значит есть все расцветки и размеры в наличии. Кстати, о размерах. Давайте с ними тоже определимся сразу, мне кажется, да, для того, чтобы у вас было время и возможность выбрать для себя это платье. Итак, платье мы с вами выбираем по своему верхнему размеру, то есть по объему груди. Именно здесь должна получиться идеальная посадка. Наша Ксюша носит 48 размер. 48 она сегодня для себя и выбрала. А поскольку платье представлено брендом All Miss, то, конечно, размерная сетка идеально соответствует российской. Лер, ну раз мы заговорили про фигуру, про размеры, давай еще раз определимся. Мы, женщины, все разные. Типы да. фигур у нас тоже разные. Да. Как вот платье сядет на разные типы фигуры? Ты знаешь, я тебе должна сказать, что вот эта модель вообще универсальна. Так. И я лично очень люблю платье такого кроя. Почему? Есть несколько хитростей, которые позволяют любую фигуру благодаря этому платью сделать идеально. Так, поподробнее. Во-первых, конечно же, это запах в зоне декольте, который формирует очень красивый V-образный вырез. Во-вторых, это завышенная линия талии. Вот высокая талия – это априори стройность. Ну, во-первых, линия проходит, она еще, кстати, подчеркнута да. такой кружевным поясочком, да, линия проходит по самому узкому месту, видите, за счет чего мы с вами автоматически свою талию сужаем. Ну, а дальше, даже если у вас очень пышные бедра, даже если есть животик, платье с силуэтом, трапеция, как в нашем случае, все эти нюансы скроют. Ну, а вы получите безупречную фигуру. Поэтому я и рекомендую вам это платье выбирать именно ориентируясь на свой верхний размер, на объем груди. Ну уж, настоящий образ кинодивы сегодня у нас в платье Лизбет. Забирайте его прямо сейчас. 1799 рублей. Ваша скидка в 1000 остается в вашем семейном бюджете. Ну, а вы получаете потрясающий образ. И образ вы получаете роскошный, как видите сейчас на нашей Ксюшеньке. И комфорт, и, кстати, рост, милые мои барышни. Почему? Потому что, посмотрите, платье у нас с вами длины миди. Вот вообще, ты знаешь, Лен, я считаю, что такая длина, она универсальная. Так. И она оптимальная, и она подходит абсолютно всем. Сейчас мы посмотрим на нашу Ксюшу в полный рост. Что такое длина миди? Это длина, которая нам закрывает колено и закрывает верхнюю часть икры. Благодаря этому, во-первых, мы всегда себе роста добавляем, во-вторых, закрывает полную часть икры, ножка становится более изящной. Если вы хотите стать более изящной, выше, стройнее и, конечно, подчеркнуть все свои достоинства, забирайте специальное предложение дня прямо сейчас. Все звонки абсолютно бесплатные. Знаешь, что мне еще нравится в этом платье? Это, конечно, ткань. Вот ее хочется трогать и трогать, трогать и трогать. Это шелк? Но ты знаешь, на самом деле, действительно, такой материал иногда называют декоративным да. шелком. Но я тебе могу сказать, что это гораздо лучше. Это вискозный трикотаж маслом. Он переливается, посмотрите, абсолютно как шелк. И, кстати, цвета держит также хорошо. Видите, насколько четким получается принт. Вот видно все-все-все для мельчайших деталей. Но в отличие от шелка, этот материал, во-первых, обладает эластичностью, и за счет чего платье идеально садится на любой тип фигуры. А во-вторых, Лен, в отличие от шелка, эта ткань совершенно не мнется. Поэтому в таком платье можно провести совершенно
целый день, если вы, например, отправляетесь на работу, ну или, например, на праздник, сидеть совершенно легко за праздничным столом. И при этом, посмотрите, вот я совершенно не боюсь этого делать, ни одной складочки, ни одной замятины здесь не будет. А это значит безупречный вид в течение всего дня. Идеальное решение для дистанционной покупки платья. Лиз, ведь это сегодня у нас специальное предложение дня. Поторопитесь забрать его прямо сейчас в трех расцветках. Знаешь, что мне еще нравится? Вот такой свободный рукав, как будто бы крылышко такое. Да, вот, кстати, совершенно права. Это не совсем рукав, крылышко, да, все-таки за счет длины. А, и за счет того, что здесь у нас рукав не такой пышный, как крылышко, но достаточный для того, чтобы действительно в этом рукаве было комфортно любой ручке. Посмотрите, какая здесь хорошая ширина. Если есть полнота в руке, и этот рукав ее скроет, больше того, видите, за счет того, что он сидит свободно именно вот в этой широкой части, ручка будет казаться более изящной. Ох, ну я говорю, изящный силуэт, действительно настоящий кинодивы. Сегодня вы забираете платье Лизбет, забираете его прямо сейчас. У нас есть три расцветки, посмотрите, какой цвет вам больше нравится. Но я думаю, знаешь, вот любое платье в таком цвете, если даже два взять, оно будет смотреться абсолютно по-разному. Я с тобой согласна, платье действительно роскошно, потом, знаете, оно роскошно еще и по своему уходу. Посмотрите, так, три цвета: розовый, голубой у нас с вами есть и красный. Так вот, что касаемо ухода, ты знаешь, этот вискозный трикотаж настолько неприхотливый материал, вы можете это платье стирать, причем стирать его в стиральной машинке, соблюдая температуру до 40 градусов, выглядеть оно будет безупречно. И главное, его еще и гладить не нужно. Экономия нашего времени сегодня, экономия нашего бюджета, ну а мы получаем богатый, дорогой, красивый образ кинодивы. Давай поговорим еще вот о кружеве, а оно также будет растягиваться? Да, ты знаешь, кружево у нас здесь тоже обладает эластичностью. Лен, это все-таки обязательный элемент, потому что мы с вами говорим о том, что платье эластичное, да, из вискозного трикотажа. И кружево, посмотрите, тоже эластичное. Так же, как и все нити, которыми платье прошито. Поэтому не переживайте, никакие швы не порвутся. Все будет абсолютно четко, все будет безупречно, ведь это бренд All Miss. А значит, это идеальное решение для вашей дистанционной покупки платья. Идеально сядет на вашу фигуру и подстроится под вас. Забирайте его прямо сейчас из прямого эфира телеканала Шоп-н-Шоу, ведь это специальное предложение дня. Только для вас в размерах от 48 до 64. И еще раз вам напомню, что выбираем это платье с вами размер в размер по объему груди. Ориентируемся на свой верхний размер. Платье выполнено таким образом, что подойдет на любой тип фигуры. На грушу, на яблочко сядет идеально, если сядет по груди. Поэтому измеряем объем груди, делим пополам и заказываем нужный размер. И получаем комплименты, а их вы получите неисчисляемое множество, потому что в этом платье вы не останетесь незамеченными. Это действительно так. Почувствуйте себя настоящей итальянской кинодивой.